Выезжаем опять на паром и дальше через гору на платформе, чтобы проехать через туннель, правильно. Таким вот образом, близко полтора метра. Вот так вот проезжаем, прижимаемся. Еще ближе проходим до упора. Вот так будем ехать 19 километров через туннель. Машины стоят. Прибыли на другую сторону туннеля, горы. Это был Ферейна туннель, и мы едем дальше. Горы, облака и реки. Тут они. И вот они сделали остановку на своих байдарках. В таком вот живописном месте.